Чехия, Германия, Франция. Впереди одиночество, изгойство, нищета и тоска по родине. В России я поэт без книг. А здесь поэт без читателей. И все же Марина не могла не писать. Музыку, пожалуйста. Есть счастливцы и счастливицы, петь не могущие, им слезы лить. Как сладко вылиться горю ливнем проливным, чтоб под камнем что-то дрогнуло. Мне ж призвание, как плеть, меж стенания надгробного долг повелевает петь. Пел же над другом своим Давид, хоть пополам расколот, если бы Орфей не сошел воить сам, а послал бы голос свой. Только голос послал во тьму сам у порога лишним встав. Эвридика бы по нему, как по канату, вышла. Как по канату и как на свет, слепо и без возврата. Ибо раз голос тебе, поэт, дан, остальное взято. В 1937 году, после отъезда Али на родину, Марина узнает о смерти своей подруги, актрисы Софьи Евгеньевны Галидей. На побережье Франции она пишет свою самую большую и самую романтическую повесть
повесть о Сонечке. Я читала в каком-то театре на какой-то сцене свою пьесу «Метель». С первой секунды у меня запылало лицо, но так, что я боялась волосы загорятся. Я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром. «А где же Сонечка?» — спросите вы. Сонечка началась в моих тетрадях с ее жалобного в первый приход ко мне возгласа. «О, Марина, как бы я вашу даму в метели сыграла! Как я знаю каждое движение, каждую интонацию, каждый перерыв голоса, каждую паузу, каждое дыхание! Так как я бы, Марина, ее никто не сыграет! Но я не могу, я такая маленькая. Не ростом, не только ростом, мало ли маленьких, и маленькость ее была самая обыкновенная, 14-летней девочки. Ее беда и прелесть были в том, что она этой 14-летней девочкой была. О, Марина, я так тогда испугалась, так тогда плакала, когда я вас увидела, услышала, так сразу вас полюбила. Потому что я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно. Я сама вас так полюбила сразу. Сонечка, а вы заметили, как у меня тогда лицо пылало? Пылало? Нет! Я еще подумала, какой нежный румянец. Значит, внутри пылало. А я боялась всю сцену, весь театр, всю Москву сожгу. Я теперь поняла, оно навстречу вам пылало, Сонечка. Это был мой последний румянец в декабре 1918 года. Вся Сонечка, мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет, не цвет лица, с которым мало вероятия, что когда-нибудь уже расстанусь до последнего не цвета. Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку. Моя маленькая.
Спасибо.